И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о секретных комбинациях, а конкретно о топ-5 комбинаций Kyivstar владельцев iPhone. Это те комбинации, которые будут вас спасать в каких-то из ситуаций. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Хочу порекомендовать вам человека, который занимается отличным созданием превью ваших аватар для YouTube каналов, обложки и далее, и так далее. Вот отличные примеры есть моего канала Just Run. Это мотоканал. Вот здесь вот все те превью и шапка можете увидеть прямо наглядно, как он проводит свои работы. Достоинство сотрудничества с этим человеком тем, что вам делает первое превью бесплатно, чтобы вы могли посмотреть, нравятся ли вам его труды, и чтобы в дальнейшем сотрудничать, цены адекватные. Все ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Итак, друзья, давайте же приступим к первой комбинации. Звездочка, решетка, 06, решетка. Вы думаете, да, что ты нам тут рассказываешь, да, имей там покажет и так далее, и так далее. Да, но есть еще и другие функции, то есть у айфона показывает немножко больше, имей 1, имей 2, Mi ID и номер сертификации. То есть это будет также очень вам полезно, если у вас нету коробки от вашего устройства и вам понадобится в каких-то случаях, то есть в каком-то сервисном обслуживании и так далее. То есть это очень будет полезная комбинация, кто не знал. Комбинация для тех, кто не запоминает свой номер телефона или вы только его купили, и как бы эта функция вам очень поможет. Звездочка, решетка 161, решетка вызов. Вы получаете свой номер телефона. Для тех, кто не знает время и дату, не знаю, кто такие есть люди, напишите в комментариях. Там не показывают у вас точное время и так далее, и так далее. Есть другая комбинация. Звездочка 160, решетка вызов. Это как раз та функция, которая поможет вам показать точное время, точную дату, и вы как бы, у вас все будет хорошо. Для тех людей, у кого закончились деньги на счету, кто не знает, есть комбинация, которая доступна всего 5 раз в сутки, это отправить смс о том, чтобы вам перезвонили. Звездочка, решетка 130, звездочка, номер телефона от 380, и так пошел номер, решетка, вызов. Доступно всего 5 раз отправить в сутки. Последняя комбинация, это показывает нам информацию о сим-карте и, в принципе, прочие настройки для тех, кто хочет углубиться. Звездочка 3001, решетка 1, 2, 3, 4, 5, решетка, звездочка, вызов. Вы получаете этот полноценный доступ. А теперь напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сколько комбинаций вы знали, а сколько не знали. И какие будут для вас действительно полезные, точно так же напишите в комментариях. Может быть, у вас есть какая-то личная история, будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Не забывайте подписываться на мой канал Just Run. Мотопокатушки, реакция девушек и так далее. Дальше больше, скоро увидимся!